Привет, друзья! Каждый раз мне хочется напомнить свой афоризм. Мы не живем в головах друг у друга. Хочется добавить, и мы не телепаты. Поэтому хочется сказать и попросить всех и каждого: говорите понятней, пишите понятней, если вы хотите, чтобы вас правильно услышали. До встречи, друзья. Да, кстати, забыл. В четверг у нас вебинар. Вот такой. До встречи. Приходите в гости.